Привет, котятки! Завершился чемпионат мира по футболу. Наша сборная в 1/8 обыграла испанцев. Остановились на той же стадии, что и сборная Бразилии. Мы даже немцев смогли обойти. Хорваты стали вторыми, а бельгийцы третьими. Чё, шарфа Хорватии, что ли, нет? В общем, чемпионами стала Франция! Впереди нас ждет новый горячий сезон футбольного клуба «Оренбург». Наша команда провела сборы в Австрии. В составе сине-белых появились новые футболисты. С некоторыми хорошими друзьями пришлось остаться. Дима Ефремов в ЦСКА ушел. Ну ничего себе у нас начало. Спартак, Крылья Советов, Локомотив. Первый матч с Спартаком мы уже сыграли. Мы победами яркими дышим. Этой честью прекрасен Спартак. Не порвали, а лишь надорвали оренбургский пуховый платок. Здрасте, приехали. Чё это надорвали-то? Лукавите, Дмитрий Юрьевич. Ну да, выиграли минимально. Женя, конечно, ошибся. Что уж тут скрывать. Зато потом тащил сколько. Достойно сыграли в стартовом матче против одного из лидеров российского футбола. Наши пацаны многие вообще дебютировали в премьер-лиге и сразу на красно-белом котле. Короче, все в порядке. Идем дальше. В Москве нашу команду поддерживало около 300 болельщиков. Некоторые из них очень угарно повеселили москвичей в метро. Волшебный дюшес, который помогает петь. До Москвы, конечно, многие не могли добраться, но впереди матч в Самаре. Котятки, поехали болеть за наших на Самар-арену. Едем, едем в соседнее село, на дискотеку.